такой курс, представляешь, видеокурс, бог видеомонтажа. Сергей, бог? Да, бог. Сергей, не, лицо его, а одно глаз такой в очках, а второй, знаешь, как у Кришнаидов, вот такой вот глаз. Вот. И он такой, это бог видеомонтажа, и представь, вот он такой стоит, и у него такие руки. Много. И, да, и в каждом еще такой этот. Телефон. Да, телефон. Камера, телефон. Ощущения насыщены. Космой тебе говорит. Ну, оно рабочее название — молниеносная рука. То есть, по сути, внутри камеры, как это, знаешь, это же в чем фишка? Она не смотрит, она не смотрит. Нет, просто я кошка. Слушай, они выжили, уже не такое было. Просто это мой триггер, я его уже принял. Ну вот я сейчас. Я, знаешь, как я страдал ночью, ходил там, они у меня спали на груди, потому что я, она нападала не только на них, она на меня. Лада такая во сне на меня, я хочу тебя погладить. Это все ты. Ты представляешь, я хожу, спасаю котят от нее. Да. Короче, фишка в чём? В каждой ноте новой забываю. Помнишь же, раньше была нарезка новостная? Да. 4 секунды кадр, там следующий, крутость. Так вот, сейчас называется так. То есть, так. Вот это, условно говоря, заставка. Кто был? Этим были? Были еще вот эти. Что это на общем? А потом она сказала: Александр, ты готов? А он говорит: нет, я не готов. А я говорю: так все готовы. Ты понимаешь, о чем речь? К чему готов? Молниеносной руке. Вчера я убил котенка. Понятно, что он сам бросился под ноги, понятно, что было темно, понятно, что... Какова судьба, понятно, что это тренажер, понятно, что это надо сегодня было пережить, так как я это переживаю. Но, сука, я убил котенка. И я знаю, почему он умер. Потому что мы не следим за базаром. Мы, это в смысле, Николай Второй. Потому что позавчера я, наверное, последний свой триггер развенчал, так сказать, этот страх быть зарытым живьем в могилу. Ну, я просто представляю, как это вообще, если какой-то тренажер. И в какой-то момент я понял, что да легко. Легко, я просто приму это и все. Я просто очень сильно успокоюсь по всем фронтам. Потому что я знаю, что нет никакой могилы на самом деле. Вся могила — это лишь мои собственные головы. И маленький бедный котеночек лег в могилу вместо меня. Забрал с собой мою мысль. А мне оставил только маленькие слезы по маленькому котенку. Ему сейчас там интереснее. А нам тут интереснее.